просто сдохни. Снайперам прикольно стрелять, мне нравится. Эй, он ко мне прилетел, дерьмо вонючее. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Фонтан, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что мы будем играть. Серега, как называется этот режим? Звездный десант. Правильно, сегодня у нас гейммод Звездный десант. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. Еще заходят к нам люди, а мы уже начинаем их гасить. Ого. Это ты сделал, да, этот звук? Да. А что будет сейчас, жопа, да, вообще? Вон. Ого, их сколько! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я вижу, Серега. С нашей базы летят всякие ракеты. Ставьте лайк, если подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, стараемся записать очень крутые режимы. Ну просто нереально крутые режимы. Слышь, говно, отвали. Серега, они меня хотят убить. Ты их убивай. В воздухе. Видели, в воздухе загасил? Учитесь. Так, Серега. Так, King Gunfire зашел, у нас уже четверо. Блин, перезаряжается вечно не в тему. Ой-ой-ой, я думал вылететь сейчас горит мод, есть такой шанс всегда. Ну, мод сам по себе оптимизированный. Эй, уже говняшки кидаются. Серега, что ты можешь еще ставить? Я ничего, я поменял класс. А, я умираю из-за того, что я в базе стою, нельзя долго в базе стоять, пенял? Как сделали? Надо выходить. То есть секунды умирают. Вот это творится жопа какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой, я даже не знаю, куда стрелять. Сдохни. Да не бойся, не бойся. Вон, побежали быстро аптечку покупать. Так, так, так. Я на инженера поменяю класс. Аптечка, аптечка. Есть у нас аптечка? Нету аптечки? Граната. Вейпонс. Пацаны, а где аптечку взять? Медика надо. Надо, чтоб медик был. Так, у меня 6 гранат, но они не бросаются почему-то, Серега. Как их бросать? На, EQ. G нажимаю, нифига. Можно постановку мыши. Не, дробаш срабатывает. А ну попробуй ты гранату кинуть. О, пошли уже? А, еще один где-то дохлый остался. Я буду сдалека пулеметами, он с чуваком гасит на вышке. Никого не пускаем, никого не выпускаем. Серега, ну что, как гранатки бросать, понял? Нет. Странно, да? Нет. 4 гранаты есть, а использую. Кого? Раздать. О, это ты молодец. Ребята, я вас боюсь. Я умер. Побежали быстрее. Ай, гранаты исчезают мои, блин. А что ты поставил такое? Турель. Воу, Серега, офигенная штука. Будем защищать ее. Я возле турели стою. Офигеть, классный геймод. Димас, я не пролезу, я буду обеим ударом. Я буду до последнего отбиваться. Я вижу, это ты нажал? Да. Красавчик, красавчик. У него жизни есть. 100, 100. А, 200 из 100. А кто их это? Они сами по себе тратятся, да? Это не жизни, это металл. Патрончики взяты. Так, защищаем Сережку. А как набить мне 300 долларов на базуку? Надо убивать их. Ого, это сколько ж надо убивать их. Дай мне убить тебя тогда. Вот, Димас, я апгрейднул свою турель. А буду гасить, надо на пулемет как-то себе, на какое-то мощное оружие насобирать. Иди сюда, бомж. Это так не работает. А там будет какие-то еще другие NPC-шки прикольные? Да,
Да, ты медик? А у меня же полные жизни. Я умираю, они когда полные становятся. Эй, кислоту не кидай, говно, я боюсь тебя. Так, King on Fire воюет с нами, как может. True Patient прикольно. О, пулемет уже поярче у нас, Сережка. А где ты это все берешь? Это я построил, я же класс инженер выбрал. Блин, надо было, может, мне другого взять, а не этого пулеметчика просто. А как поменять класс? F2, F1. Вот, я буду снайпером. А, я сразу умираю. Снайпер. Да? Да. Ну, вот такого, как я, нету снайпера конченного. Так, что у него еще за оружка есть? И этот. И монтировка. Воу, мы затащили, ребята. Ну? А я наступаю, Димас, новая волна. Нормально набиваем, мне нравится. Быстрее, 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 винтовщик. Да сдохни. Снайперам прикольно стрелять, мне нравится. Эй, он ко мне прилетел, дерьмо вонючее. На, в кишки разрывает их. Каждой твари по паре. Серега, воздушный удар запилил, красавчик. Молодчик. Ой, что творится, хоть понаблюдаю. В воздухе. Ого, какой резвый. Так, 78 набил, значит, возможно набить. В воздухе. Наших защищаем до последнего. Патроны, 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 Сережка. Бегу. Еще, еще, еще побольше патронов. Заряжаемся. 86, да, возможно, возможно запилить. Мы сейчас сделаем. Ребята, вы не на того нарвались. Я очень метко сейчас буду стрелять по вам всем. Прикольно. Ребята, вообще не перепутайте никого. Серега, у тебя лагает этот режим или нет? Нет. Четко идет все. Фух. Я аж запыхался, стрелять столько много надо. Так, 94, еще чуть-чуть. Ты что, дерьмо по мне попало? Фух, отскочил, отскочил. Жопа тебе. Пацаны, двойной прыжок работает в этом режиме. Используйте его. Да. Классно, классно. Я за кар, из базы вышел. Прикиньте, я из базы вышел. Буду из базы выходить. А можно? Я за тобой. Да. Побежали. Да. Класс. Бегите, глупцы. А что нам будет? Тут он челик, надо было его убить. Не зря мы вышли. А мы ж можем по палкам вернуться, смотри. Хоп. О, повстанцы, давайте, поздоровайтесь. Повстанцы. Повстанцы. О, дай нам посрать, упадет или нет? Не хочет, подлец. Ну что, ребята, еще одна волна сейчас будет. Вон я вижу. Поехали, отсюда будем поближе. Ага, вон откуда лезут. О, уже другие. Челепиздрики зубатые. Они очень быстрые еще. Так-так-так, сдалека будем их чекать. Ах ты бронированная падла, я текаю. И сразу угасят, угашивают. Так, 100 уже баблища у меня, соточка. Буду прикрывать. Прощай. Это было очень глупо с твоей стороны. А я набиваю нормально. А, они быстрые. Вот это жесть. Серега, что там получается? Да. У тебя тут серьезный пулемет, я вижу.
А эти очки за пулемет тебе начисляются? Который пулемет убивает? Поменьше, поменьше. Ну, но тебе, да? Ах ты, блин, не успел. Угонники статуи там атакуют. Красиво в воздухе. Наказал. Ой, как жестко. Такой надо, я, знаете, весь свой скилл проказываю. Еще лезут челепиздрики. Ах ты! Парни говорит, да. Давай, не рассказывай. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть из оружки. Weapons. Снайперка за 200 баксов только есть. Нет. Ага, мне еще надо 84 доллара. Красиво, в воздухе набиваем. 116. Да, ничего, да, не... Да, King of Fire, что такое? Да чё я умер? От чего я умираю? Ха-ха! Это жесть. Дают, я, не знаю, как... я тоже не знаю, как гранаты бросать. Е, Q, F, Р, М, Н, Л, Ф. К, Ц, Б, Л, Б. Z? Е обычно это юза. Уже на Е бросать? Нет. Посреди колесика может, не? Никогошеньки нету. Даже если я на колесико нажимаю, она не кидает гранату. Ну как эта кнопка странная, может Alt? Так, тут ни Alt, ни Ctrl, даже не право Alt. Ни G, ни Q, ни F, ни M, ни L. Воу, пошла. Гвардия, давайте будем сверху нагибейшн. О, так это легко бьются с одной пули, считай. Красиво набиваем, красиво. Надо было сразу снайпера брать, он мне подходит. Залека гасить мне очень нравится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, давайте запилим 2 ляма подписчиков. А, они меня убьют. У меня отравила какая-то падла. О, он нашего убил, он нашего убил. Нет, давайте, живи. Братишка. Ты что, они жесткие, вон сопли кидают. Такие стремноватые монстры по-своему. Дурак что ли? Успокойся. Это наш район. Где ты? Блин, прикольно постреляться по-своему. Но раз давно у нас не было таких стрелялок четких. Дурак что ли? Я тут главный. Хорошо наваливаю, мне нравится. Авиаудар надо. Не, хорошо, Сережка, держимся до... Не до последнего. Он крыль сломали. От в жопы. Дурак, что ли? Я свой. Давай, пацаны, не ссыте. Мы затащим. В воздухе их крышу. 182, чуть-чуть не хватает меня. Что, все? Походу. Нет, еще пердуны вон летят какие-то. Давайте выйду, посмотрю, бывает, что вот здесь зашкериваются. Так, прикольно. Никого нету, пацаны. Зачистили. Блин, не хватает чуть-чуть до снайперки, просто чуть-чуточку. 16 баксов не хватает до снайперки. А если я умру, снайперка пропадет, да? Наверное. Блин, это печально.
Ну все, давайте, я уже хочу добить до снайперки. Все-таки посмотреть, что там за $200 за снайперка. Ура! Пошла Мочилова. Пацаны, давайте, набиваем. Так, 192. Это все лучше и лучше уже. Где это говно? Фуршащее. Эй, ты меня сейчас убьешь. Я к вас, короче, пришел по мне. Задолбался за меня. Да. У него оружие перегревает. 192. Сто девяносто восемь. 202, пацаны, ура! Я иду покупать себе винтовку мощнейшую. Воу! И чё теперь вы мне скажете? Ого! Ой-ой-ой, они под нами ломают Димас. Димас, ты видишь это? Да. У меня есть очень бронебойные пули. Он в стену положил. Я вижу, я вижу. У меня разрывные шпули. Слышь, отвали, падла. У меня патронов нету, вот в чем проблема вся. Нет проблем, нет патронов. Эй. Надеюсь, это оно. Заряжаемся. Да, это оно. Ну чё, иди сюда. Он меня жгёт почему-то. Это не к добру. Ты фильм смотрел «Звёзды из Дюны»? Да. Так вот, это тот дух, который жгёт всех. Ого. Ох ты, что ж творится-то? Эй! Вот это нас загасили. Вот это же... У меня интересно, снайперка моя останется? Моя снайперка исчезла. Я сразу умер. Вы что, проиграли? Да. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.